можем заметить в который раз, что самое главное в авторской песне и в Юрии Висборе – это интонация. А я помню мое состояние открывания, открытия, когда я еще был школьником и услышал по радио этот голос. В эфире слышен свист, далекая земля, я маленький радист с большого корабля. Это был незнакомый мне голос, но он мне тут же стал родным. Вот настолько его интонация была доверительной. Было сразу такое чувство, что это человек, с которым ты хочешь быть знакомым, с которым ты хочешь дружить. Потом судьба сложилась так, что она подарила общение с Юрием Иосифовичем. И дальше уже все варилось в одном котле. Песни, которые сочинялись, особенно для фильмов кинорежиссера и автора сценариев, для фильмов Висбора, сочинялись в его духе. Вот такой был фильм, который он сделал, посвященный Северному флоту, и там большой эпизод был про войну, и песня «Военные фотографии». Вот стихи написал Юрий Иосифович, музыку я, но все равно вы, наверное, почувствуете, что это песня Висбора. Для отчизны дорогой.